Забавный факт. Одна из самых крутых и идеальных электрогитар была собрана человеком, который не мог на ней играть. Он просто-напросто не умел. И да, сейчас пойдет речь о стратокастере. Спасибо Лео Фендеру за такое прекрасное творение. С вами Игорок, и мы начинаем. В этом видео мы поговорим, почему же все-таки стратокастер одна из самых идеальных гитар для начала, да и не только. Стратокастер признан во всем мире как одна из самых крутых и популярных форм. Безусловно, по сей день идут споры, что круче, Fender или Gibson, Les Paul или Stratocaster, но большинство отдало голосов именно Stratocaster. Поэтому с этим фактом уже не поспоришь. И сейчас я вам попытаюсь объяснить, чем же все-таки идеальна эта форма. Давайте начнем с новичка, к примеру. Чем ему будет классна эта гитара? Первым делом, когда мы берем в руки гитару, нам нужно с ней правильно сесть. Это посадка. Здесь для этого сделано все максимально просто и круто. Есть только один маленький минус, о нем мы тоже поговорим. Начнем сначала с плюсов. Вырез под ногу, вот здесь. Да, тут не удивил, на большинстве гитарах он есть. Дальше. Вырез вот этот вот у нас под живот, под ребро. Максимально удобно. И третий пункт, это вот этот вот скос, как раз под правую руку. Все, первая точка опоры, вторая точка опоры, третья точка опоры. Все, мы сидим правильно с гитарой. И здесь это сделано максимально удобно. Левой рукой мы просто зажимаем ноты. По поводу минуса, это ручка громкости. И то, можно на самом деле взять модификацию там, где ручка громкости будет находиться немножко сбоку. Или же самому поменять. Убрать одну ручку тона и поставить вот сюда ручку громкости. Хотя, честно говоря, я это уже минусом не могу назвать. Поначалу, да, когда играл, у меня убиралась громкость, бывало такое. Но со временем к этому привыкаешь, этим начинаешь пользоваться. Второй момент идеальности стратокастера – это его звучание. Форму стратокастера используют большое количество фирм электрогитар. Их можно встретить у Yamaha, у Korta, у Jackson и еще очень-очень много разных фирм, о которых я не успел упомянуть. Поэтому это что означает? Что звучание можно подобрать максимально любое. Хочется стеклянный какой-то прорывной звук, берем какую-нибудь вариацию с кленовой накладкой, с синглами стреляющими и там с ольхой. Хочется какой-то жирный звук, берем красное дерево, тут красное, тут палисандр или черное дерево и какие-нибудь жирные хамбакеры. Вариаций очень много, разные производители предлагают большой спектр. Конечно, в стандарте я бы вам рекомендовал взять вот такую вот вариацию, то есть хамбакер, сингл, хамбакер, либо же вот так вот сингл, сингл и хамбакер, поскольку тут вы можете почувствовать, как кайф сингла, так и кайф хамбакера. И впоследствии, конечно, уже определиться, что вам будет лучше, играть на сингле или играть на хамбакере. Можно, конечно, взять и вариацию с тремя синглами, она тоже довольно-таки универсальна, но все-таки лучше было бы вот так. Ну и следующий плюс как раз вот выплывает с предыдущего, допустим, вы определились, что вам нужно, вам, допустим, не нужны синглы, и что делать с предыдущей гитарой. Вы ее можете очень легко продать, поскольку, как я уже оговорился, это одна из самых популярных гитар, и она идеально подходит для новичков. Также, наверное, важный пункт, нужно поговорить про деньги, да? Стратокастеры одни из самых бюджетных. Все почему? Из-за того, что они очень просты в сборке. Можно взять отвертку, разобрать ее полностью и назад собрать. И нужно будет очень сильно постараться, чтобы у вас не получилось ее правильно собрать. Ее на самом деле очень тяжело сломать, в отличие от того же самого Гибсона, у которого часто отваливается башка. Честно говоря, уже немножко устал нахваливать эту гитару. Но тут на самом деле еще много чего не сказано. Напиши в комментариях, что я там еще не сказал. Чувствую себя немножко продавцом. В общем, если вы задаетесь прямо сейчас данным вопросом, какую гитару купить, и вас, допустим, не смущает эта форма, вам она нравится, берите именно какой-нибудь стратокастер в такой вариации, как я вам сказал. Либо вот такой, либо как вот стоит сзади. Для начала вам точно пойдет. Сможете вы играть разную музыку. По крайней мере, попробовать получится сыграть практически все. Если, конечно, вам не нравится эта форма, и вам больше нравится Les Paul, берите лучше Les Paul. Поскольку я всегда говорю, один из самых важных пунктов при выборе гитары, это то, чтобы она нравилась внешне. Вот если она стоит у тебя вот так вот на стоечке, она тебя манит, тебе хочется на ней поиграть. Даже сейчас поиграл бы. То значит, ты на ней будешь заниматься. Но если она тебя не манит, какой бы она идеальной ни была бы, как ты там
все не было шикарно собрано, если тебе не хочется ее держать в руках, ты не будешь просто на ней учиться. Поэтому от этого тоже важно отталкиваться. Давайте подходить, наверное, к концу. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие гитары у вас. Мне будет очень интересно, у кого больше стратокастеров, у кого Les Paul, на чем вы играете. Ну или какую гитару вы собираетесь покупать. Знатоки в комментариях всегда вам что-нибудь-то посоветуют. Надеюсь, дельные. С вами был Игорок, до новых встреч!